потихонечку подтягивается народ, но я говорю, я сейчас, ой-ой-ой, отлично, в нашей команде еще с таким пингом. Либо в шахматы. Можно и в шахматы, но я, честно говоря, в последнее время в шахматах так подсасываю нехило, не замечая простейших очков тактических. Надо поднять скилл в шахматах, чтобы немножко порешать задачки, такое всякое. MST.Шамблер поддержал ваш канал на сумму 150 рублей и сообщает, ну, за как он, немногословный баничек. За как он, спасибо, Шамблер. Так, без стрима играешь немножко другой FPS, сейчас нужно к этому FPS сначала привыкнуть, посмотреть, что как будет. Хороший удар, но нам отобьет. Ах, не удалось сыграть, сложно от сеточки. Хорош. Здравствуйте, Вайтагер, здравствуйте. Здравствуйте всем. Здорово, Вован. Можно помиксовать ракету шахматишками. Да, легко, ребят. 200 рублей. Но сначала попытаемся все-таки взять чали. Потом уже все остальное. Нормально, я соперникам выбил. А здесь особо не подриблишь, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. А есть не так много, надо валить домой, на базу. Да, со стримом, конечно, игра немножко по-другому себя ведет. К сожалению, не успеваю здесь за мячом. Хорош. Ладно, я поехал за густом. Да, серьезно? Прикольно сыграли. Ой, что у меня с машиной стало, вы видели? Не справилась с управлением на скорости. Блин, поздно слишком. Да, FPS здесь немножко проседает, реально надо привыкнуть сначала к игре на таких настройках со стримом.
Один встал. Хорош. Все, ребят. Это победа. Это точно победа уже. Окей. У тебя есть новый октейн? Нет, нету нового октейна. Го покатаем. 3 на 3 соло поднимаюсь, ребят. Вот видите, пока здесь, вот когда стану здесь, тогда можно будет думать, что делать дальше. Так, я хочу сейчас кое-что проверить. Неважно, давайте вот это проверим. О, Ленок, привет. Ну, ты на машинке вряд ли останешься, потому что это все-таки не женское это дело. Вот завтра, ребят, я вас приглашаю. Настоятельно приглашаю вас на Resident Evil. Анонс сделаем. Да нет, вроде нормально. Более или менее удобно. Есть определенный дискомфорт, но он терпимый, скажем так. Так, у нас уже есть чутка щепотка зрителей. Всех приветствуем. Я думал, что очень быстро расходуешь буст там, где не надо. Так, че, игру не еще, да? Риск это вещь. Ну, ты имеешь в виду вот здесь, что ли, конкретно? В тренировке? Уже full unlimited boost. Вот отключал всякие размытия там в настройках. Да у меня дефолт стоит. Скинешь ссылку на Steam? Да, как буду играть сейчас. А, в игре? Бывает, Адант. Все от недостатка опыта, практики и так далее. Все упирается в это. Слабо на весь. Не смог засейвить, было близко, но тяжеловато. Надо музыкальный фон поменять. Ну, тиммейты, тут как бы все зависит от них впереди, потому что я стараюсь играть. По сейфове немножечко. Делать совершенно нечего. Опять же, буст расходую, потому что хочется побыстрее к мячу прилететь. Здесь вопрос же в скорости, а не только в том, что красиво. Блин, был первым на мяче. Молодец, хорошо подпрыгнул. Промахнись. Блин, у меня опять подлагивает игра, это так неприятно, реально, она подтормаживает в самый ответственный момент, она просто подвисает, и я не понимаю, в чем проблема.
Что не так-то? Игра просто дергается в какой-то момент, когда я лечу к мячу. На потолок ударился мяч. Давай. Кажется, это пососано. От коопа отказался, да, и что-то не хочу. Ну вообще, я сегодня уже готов был поиграть, но какие планы на стрим? Выиграть, попасть в Challenger Elite. Вообще, это игра про скорость, Адан. Это игра про скорость, поэтому здесь нужно тратить буст. Там, где это возможно, играть на подчищать ошибки тиммейтов. Ошибки оппонентов тоже подчищать, конечно. Опять она подергивается, вы видите, что происходит? Я не понимаю, с чем это связано, но ведь... это явно со стримом. Мог бы сделать очень крутой, конечно, это. Мог бы сделать очень крутой бэкборд. Ну не было бы ста уже, чтобы туда улететь нормально. Нехило такой рикошет. Владлен, добавлю. Тренатрисован на сегодня или другие режимы тоже будут. Поиграем, возможно, и в командах. Сейчас давайте для начала. Для начала выполним задачу на стрим. Плохо отбивается.
мимо. Хорошо, закончили. Здорово. Тут главное правило в 3 на 3, когда кто-то из тиммейтов уже поехал. Кто поехал уже за мячом, то не нужно туда лететь следом за ним. И лучше страховать сзади. А где мой буст? Успел. Ну, это, кажется, победка прилетела, но нам видимо, нужно два вина подряд для того, чтобы в чалик попасть. А это не так просто. Бонич, какие планы на Resident 7? Самый же не наезд, Леныч, наполеоновские. Будем проходить. Но будем проходить систематично, последовательно. Мы... Сейчас Resident Code Вероника проходим. Надеюсь, что завтра будет трансляция. Кстати, анонс сделаю. Завтра я надеюсь, что мы, может быть, добьем даже резик. Смотрим. И уже дальше полетим. Остаются там следующие части уже неканоничные. Да, там что у нас? Ну, вообще, и новый геймплей будет, и новая история. Там дальше четвертый, по-моему, Revelation, четвертый. Ну... Нам, короче, до Resident Evil 7 добираться, как до Китая, одним местом. Так что, всему свое время. Вон она, решающая карта, возможно. С нами играет Буккейк. Не знаю, это любитель быть пассивом или активом в Буккейке, но что-то тревожно. Ладно, мы настроились. Болчейзим, не болчейзим. Ну, уже болчейзим, конечно. Ехать назад надо. А, чуть-чуть, бро, не надо было его поправлять. Я бы забил.
Забить бы еще. Давай, давай. Надо быть немножко быстрее. Да, блин, неудобные эти мячи. Хорош! Нет, Густав. Да! Да, он переправил свои ворота. Ой, найс. Ой, найс. Хороший редирект, блин. Надо уметь только по чужим так лупить, чувак. Ну, это все тренировки. Дай ему возможность самим ошибиться. Вот так вот. Хорош. Я не спешу, я не стремлюсь быть героем. Я играю надежно. В этой игре. Конкретно в этом матче. Чувствую, еще одну придется выигрывать, чтобы вернуться в чалик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну это я уже выпендриваться начал. Не нужно было ехать на стену, надо было ехать в ворота. Стоим, улыбаемся, здесь я промахнулся на мяча. Так, ну чё? Да ежишь. Mission complete, как говорится. Спасибо всем. На этом трансляция окончена. Так, да шучу, конечно, сейчас еще поиграем. Хочу одну соло-дуэльку сгонять. На этой волне победной. Спасибо, ребята. Так, кто хотел поиграть? Pitch Luck. Я сейчас добавлю после этой игры. С Тима играю. Captain Тима on duty.
Напиши свой ник в Steam. Что у меня там запросов много. А, вот и потом молодец. Надо было, конечно. Блин, а я без буста, ребят, так нечестно. Ладно, ты все равно махнешь мимо. Это дриблинг, детка! Суперстар брал когда-нибудь? Да нет, конечно, когда я брал суперстар? Один на один быстро утомляет, ребят. Один на один быстро утомляет. Ай, не ту кнопку нажал, сука. Такие нелепые ошибки, конечно. Переворачиваться совсем не обязательно, Бонич. Поэтому я не хочу играть один на один, ребят. Утомляет до жути просто. Такой пот, такие слезы. Вот видите, что творится. Найс, сыграл. Где мой буст? Бред какой, я так слабо играю. Ну здесь реально. Ну почему я это сделал? Зачем я не сделал до half-flip назад и все? Да не, в один на один это абсолютно нечеловеческий режим. Столько фейлов, столько тупых просто фейлов и
не удовольствие от игры получаешь, а сидишь там и трясешься, как бы не зафейли. Чушь. Ну, товарищ сейчас промахнулся мимо очевидного мяча. Я без буста езжу, никак не могу буст взять. Ну и все, да, такой отскок ловим тебя. Не, один на один я точно не пойду, ребят, сорян, нахер. Если сейчас не вылечу, сейчас вылечу, если то пойду играть дальше в один на один. Не, все, нахер, я... Спасибо, я ливаю из 1 на 1. Такие нервы. Так. Твой ник. Товарищ, который меня с Твича добавлял. Я не знаю, кто... А, Владлен. Судя по всему, Владлен. Так, Владлена я добавил, конечно, во френды. Ну, сейчас накидаем инвайтов. Так в том-то и дело. В один на один нет шансов на ошибку. Нет, можно, конечно, катать по фанчику, там, отрабатывать всякий дриблинг, флипы. Но ты будешь... Надо быть готовым к тому, что ты насосешь просто... Насочешь в большинстве игр и будешь сидеть там где-нибудь в отстойнике. Просто когда ты во фриплее делаешь эти все вещи, да, тебе кажется, что ну, на тебя-то давления нет никакого, и ты спокойно там возишь мяч на крыше. Вот, а, конечно же, в ранговых играх тебе никто не позволит катать мяч на крыше. Так, сколько у нас зрителей вообще, ребят? Давайте посмотрим. У нас 26 человек. Воскресенье, наверное, не лучшее время для Rocket League. Смотрю, там уже они начали кооп, наверное, да? Не, видимо, еще нет. А может, нас они 26, сейчас я обновлю. У нас 30. Все стало намного лучше. Не, мне не нравится мода на дриблинг в мастерской, если честно. Они... Они не симулируют реальные игровые ситуации, поэтому все эти моды, они... Чисто для фана, но не для скилла. Так. Что я хотел-то? А, я хотел добавить в игру, ребят. Отлично. Так, а что у меня случилось? Видели? Что с цветом? Это баг какой-то? Багулечка с цветом произошел. Поляна вдруг резко стала очень яркой. Что слышно про турниры? Ну я до Нового года ничего делать не буду, бро. У меня послезавтра стартует просто волна мероприятий, я не успею. Так, ну давайте Шу хотя бы наберем. Ну а потом будут обязательно. Да, все, ты на связи, да? Отлично. Ну давайте стандартик по ванзайну, да? Посмотрим, что кого. Ранговые, играем ранговые. А, пока нет, ищет... один на один это люто подгорающее. Это да. По крайней мере, видимо, не для нас. Ну да, я просто, у меня жопу сгорает моментально. Есть люди, которые спокойно в это играют, до шутинга доходят без всяких. И выше.
Нет, он конечно, полезный, например, тренить дриблинг, ну, это идеальный вариант его тренить, потому что он больше негде, потому что в тренинге никто не даст мяч вести. Но, блин, как же люто это бесит, когда ты там совершаешь. Ты просто, я заметил, начинаешь в один на один хорошо, потом начинаешь сыграть все хуже, потому что боишься ошибиться, боишься ехать вообще на любые мячи, уже пытаешься доверного играть. И реально у меня получается не тренировка скилла, а наоборот, дебуст скилла. Ну, тренировка чего-то другого. Да, нервов там, не знаю. Угу. Вот я реально замечаю, что в один на один, чем больше игр позади, тем я хуже играю. Потому что страшно ехать на мячи. Да, есть такое. У меня, допустим, в том же 3 на 3 я могу к концу матча, если ничейный результат, собраться, наоборот. А в 1 на 1 просто начинаешь... Да, уже начинаешь трястись за каждый момент. Ах, не сумел. Какая-нибудь 3-4 минута овертайма в 3 на 3 самая легкая для меня, наверное. Ну да. Потому что есть возможность ошибиться, и тебя подстрахуют, вот как сейчас. Причем мне обычно говорят, что ребята, с которыми я играю, что они не могут, наоборот, играть в этот момент адекватно. Что уже 3-я минута овертайма, не хочется ошибаться. А я совершенно спокоен. А, просто абстрагируюсь от всего. И... Да сколько ж? Я хотел касательный задом. Ладно, пойду следующий угол искать. Заколдованные ворота, да? Не Они очень. Расколдовали. А вообще, последние пару дней я тут по-жесткому дрибл челлендж катаю. Там можно камеру на мяч. Ты считаешь, это полезно? Там можно камеру на мяч поставить. Ну, в принципе, может быть, дрибл челлендж, да, потому что камера на мяче, хотя бы ты с мячом гоняешь. А вот эти вот полеты... Очень там... На самом деле, серьезный конкретный вариант, что ты не можешь уронить мяч. То да. есть тебе придется его вести чуть ли не расстояние в полтора поля от одной стороны до второй. С другой стороны... Нет. С другой Ой, стороны, я забыл, это на джойстике невыполнимо просто. Ой, на джойстике, на клаве. Ну не знаю, я половину прошел. Эйр дрибл я прошел полностью там. А вот этот... Air Dribble или просто там же без мяча, ты просто ведешь машину? Там прикол в том, что тебе дается рампа, по которой ты поднимаешь мяч, да? А дальше тебе нужно протащить его дистанцию по воздуху. Ха-ха! Прикинь, я приземлился, ну я то понял, есть, что мне быстро не по хватает. Факту, если у тебя сейчас... Не второй раз взрываю. Если у тебя сейчас все хорошо с заездом именно на Wall Air Dribble, да? Ну, в тренировке. Подожди, то... так это реально Air Dribble? То... Это с мячом? Air Drag. Тренить. Хорошо. То есть... Подожди, это в мастерской? В мастерской Dribble Challenge. Первый этап там просто перекатывание мяча. Ну, основа. Ага. Да. Второй этап это таскать мяч на крыше. Ну, то есть едешь по площадке, таскаешь мяч на крыше. А третий этап это Air Drag. То есть тебе дают там рампу, чтобы ты мог заехать спокойно с мячом наверх, да? И дальше по воздуху ты уже тащишь мяч. А можно сразу в третий этап пойти? Да, можно. Это хорошая тема. И, в принципе, если у тебя все, я как-то смотрел на стриме, все хорошо с заездом на самом, ну, с разворотом, то мне там Discord пишет. Все, надо отбить. Кто мне в Discord пишет? Нам как раз забили. Ну ладно, не важно. Я сделал все, что мог. Суть в чем, что если я посмотрел на стриме с заездом на сам Wall Air нормально, более-менее, да? То Air Drag конкретно по тренингу можно там. Да. Ну, в принципе, есть же тренировки еще в кастомные на эту же тему. Ну, кастомные тренировки тебе каждый раз нужно. А? Каждый раз нужно оба этих этапа проходить. Ну, заезд и драк.
А, там сразу блок есть, да? А там ты просто по рамке заезжаешь, то есть тебе не нужно... Если у тебя не каждый раз получается сам заезд, то ты можешь натренировать обратно. И потом... По сути. Ну, это нужно смотреть, если... Подожди, то есть заезд? То есть там тебе дается, ну, рампа обычно. Заезжаешь по диагонали наверх, цепляешь мяч по пути. Да, надо будет посмотреть, попробовать. Ну, это в принципе, нужно... а в кастомных тренировках разве не то же самое? Ну, тебе дается кастом... тоже. Мяч уже катится на стенку, он закатит. А? Но тебе еще нужно отпрыгнуть от стенки. У меня не всегда это выходит адекватно. Вот, о чем я. Mm-hmm. А если и выходит, то я пинаю мяч, и он улетает. Ну, я немножко наловчился уже. Опять же, без стримов проще, там FPS в игре по-другому себя ведет. И я наловчился уже вести прям мяч. Это ты просто должен ту же самую скорость, что и мяч, развить, соответственно. А потом один раз ударить, а потом тэпить буст мелкими нажатиями и с мячом лететь. Ну, вот. На обычный дрибл там, конечно, помучиться надо, чтобы пройти. Ну, я не думаю, что как бы... Хотя, тоже полезно. Тоже полезно. Все полезно, конечно. Все, но... все полезно. Но есть кастомные тренировки, опять же, и там можно все эти вещи тоже отрабатывать. Кастомные тренировки, это хард голкипер. Не, голкипера я вообще не тренирую. Это, ну, я сейчас на другом зацелился. Это просто ад. Там единственный вариант зацелить, это ударить куда-то либо в штангу, либо в перекладину. Нормально. Там с такой дикой скоростью летит мяч. Не, я на самом деле сейчас вот именно заточен на дриблинг. И на дриблинг я тренирую просто во фриплее для начала. Я просто гоняю с мячом по полю и все. Просто езжу с мячом по полю и не жужжу, как говорится. Блин, когда я успел наколотить? Болтаю. О, четвертый. Может, реально звезду возьмем? Хотя... Мне. Шутинг. Да. Вот, и смысл в том, что можно дриблинг тренировать спокойно, катаясь во фриплее по полю, с мячом на крыше. Ну, дрибл челлендж, да, по хардове. Ну и самое главное, я да, сейчас тренирую и волшоты, и волэриалы, и волдриблинг. Это самые важные такие. Ребят, мы можем, смотрите, мы можем ротировать по одному человеку, менять в команде. Если кто-то еще хочет поиграть 3 на 3 с нами, вы говорите. Вы сообщайте, мы обязательно вас примем. Я жду буст. Судьба его дождаться. Да, я понял. Элвис, это отличная мысль, дать ребятам раскрыться. Противникам, что ли? Да, видимо, да. Ах ты, засмотрелся. И еще раз. И еще раз. Ай, чуть-чуть. Я поехал назад. Без буста я тут сражаюсь. Так на клаве тоже, да, получается? Да. Слышно? Не. Я не про это. Ну, просто есть геймпад, но я не знаю, переходить. Все советую. Ну, на геймпаде тебе придется отыграть часов 100, чтобы играть так, как сейчас. Сколько я попал? Карандом. Ну, может не 100, да. Может чуть-чуть меньше. Ну, смотри там. Ой. Заредиректил. Подлетел, но слишком высокая скорость. А! Это я отбил или он? Ну, он отбил. Было бы неприкольно. У меня просто буста не было, я там стоял. Не знаю, чего ждал. Он подобьет. Блин, меня выбили. Блин, он меня
меня толкнул. Странно. Надо было его толкать. Так я вроде толкал. А, ясно. Полицейский разворот, так называемый. Ну, здорово, Антохин. Один из терминов. Я не знаю, как он правильно называется, когда разворачиваешь тачку передним бампером. Халфлип? Об заднего... Не, я имею в виду реальный термин. А. Как он называется? Когда полицейская машина разворачивает преступника об заднюю ось. О, может, подскажет чатик. Хороший пас. А. Бэкборд стандарт. Я думал, он поворотом бил. Нет, мне кажется. Ну, может, и бил. Ну что, подзапотел, все-таки вернулся 3 на 3. Хотя, ну, мне в 3 на 3 морально легче играть, чем в... Чем в соло. Потому вылететь из соло вообще не хотелось. Да ё-моё. Ну я поехал. Оп. Вот у меня сейчас игра прям зависла, вообще зависла надолго. Почему она так себя ведет, непонятно. Она нахнется. А, меня взорвет еще, вот гад. Кто в тиме с тобой? Шу и зритель. Ну, в смысле, парень, который не в скайпе с нами. Я уж подумал, что я не зритель. Ну да, ты не зритель. Ты... Играющий тренер. Не, вот, поехал я назад, короче. Вот ты! Ай-яй-яй-яй-яй. Весь кайф обломал. Я там так долго под него подстраивался. Не успел. Ой. Я поймал. Смотри, что делает, а? Он меня постоянно подпихивает. Не удалось отдать спас. Они сами этим занимаются сейчас. Блин! Да блин! Лови. Такие. Ладно, такие майндгеймсы. Давай, хорош. Я страховал. Можно с вами вслед. Легко, кофеин. А, будем менять по одному. Я поехал на разбивку. За сегодня привык уже, что все, с кем я играю, пускают меня. Так, а мы же ведем. Да, мы ведем. Ах, не успел. Ну, там сильно было. Обычно так и выбивают. Либо отбивают около штанги, либо выбивают через ворота, но сильнее, чем пас. Ну чё, спасибо, Владлен, за игру. Давайте что... next. Что там за паровоз у них по рангам? Ещё посмотрю, не видел. Так, стоп, где? А где кофеин-то? Кофеин, заходи в игру фастом. Такой паровоз у них по рангам вообще. О боже, как это вообще? Ну, один, возможно, со второго аккаунта, а вот третий этап. Ну, может, видимо, быть, есть что есть. Может быть, новый аккаунт? Ну, не, скорее всего, ребята с друзьями играют. Я тоже обычно не заморачиваюсь по рангам. Ну, вообще, да.
Так, кофеин. О. А чё о? Ничего не о. Так, ладно, давайте тогда пока Владлена вернем. Так, где там новогоднее настроение? Угу, угу. Шапочки. Мне на Бэтмобиль. Рога. Уши мышиные. Угу. Ну, сорян. Кофеин. Залагало, мы уже пригласили тогда других. Коп, видимо, про Майкера была речь. Да, да, да. Но они меня приглашали, но что-то. Ну, что-то... Satellite Rain? Что-то знакомое. Я вчера не был настроен. Тебе не кажется, что твоя ситуация с RL очень напоминает ситуацию с Лолом? 16 человек на стриме. А, он уже в тиме. Нет вопросов. Кстати, на Твиче, по-моему, с утра аудитория Rocket League собирается отличная. Да. Да и, ребят, я вообще не парюсь. Вот кто смотрит, тот смотрит. У меня есть хорроры, есть... Мы вот с утра... Ну, точнее, как, я спал, Пашка, с кем я играю, вчера с утра человек 12 собрал на Твиче. Да, надо будет, значит, на Твич с утра заходить. Я считаю, что игра хорошая, и мне она нравится, я в нее играю. Вот и все. Что касается... Там, перспектив. Ну, во-первых, она перспективная, мы еще соберем аудиторию, я уверен. Мы с ней соберем аудиторию неплохую. В будущем. Так короче, давай, ждем, давай с рандомом просто. Давай, пока ждем, я летаю. Первая комната тут простая, и я не докинул. Лола то же самое говорил. Я из Лола ушел, потому что сама игра изменилась. Если что-то в Rocket League изменит, я не знаю, кардинально. Но здесь такого быть не может. Бэтмобиль перестанет Бэтимбой? Да. Не знаю, что могут изменить, но по сути, реально, Лига Легенд, мне достали постоянные изменения. Я человек консервативный, поэтому мне хочется стабильности. Серьезно, вот у меня не залетают такие. Что-то я... Хорош. Хорош, если б я с фристайлика это сделал. Ну. РЛ подинамичнее. Во-первых, здорово, Савелий. Блин, я тебе денежку не отправил. Увидел тебя и сразу вспомнил. Надо после стрима это сделать. Во-первых, РЛ подинамичнее. Во-вторых, она понятнее, чем Лол. Просто понятнее. Что здесь понятно, ну да, что учитывая, происходит. Что на этом чемпионате мира по Лиге Легенд уже ребята решили... Вести стрим для новичков. Да, потому что... Ну, то есть, там было введение за полчаса где-то на начало, когда все эти конкурсы, церемония открытия, все дела. Входной порог очень высокий в Лигу Легенд. Пока ты не разберешься в тонкостях, в билдах, в чемпионах, не будешь знать все спеллы, их, соответственно, визуализацию, то ты ни хрена не поймешь, что происходит в игре. Да даже зная все спеллы много, я зачастую ни хрена не понимал, что происходит. Даже про комментатора ни хрена не понимает, наверное, что происходит. Там такие замесы лютые. В Rocket League все-таки в этом плане все попроще и подинамичнее. Это второй еще. И передача. Ах, чуть-чуть не успел. Было хорошо. Но я просто ехал с самых ворот. Ах, хотя бы как-то переправил. Я чуть забыл, какого мы цвета. Оранжевого.
Я заметил, после того, как они ударили. Бля, а буста-то нет. Что я разыгрался сегодня. Ой. Тут нет буста. Ух ты. Вытащи. Упс, сага. Хотел мимо прилететь. Ай, блин, я думал, она по стене покатится. Мимо. Думал, что покатится по стене. Нет, заблочил. Упс. Не заметил я этого. Неплохо играет этот парень. Ну, по крайней мере, не троит жестко. Старается быть. Заблочил. Пожалуйста, пожалуйста! Ну! Ну нереальный гол сейчас смог забить. Просто нереальный по красоте. Упс. Сейчас будет клир. Блин, дайте мне еще этот момент переиграть, я, наверное, 10, 9 из 10 забью. Киберпанк, супер. Кооперативный киберпанк. В 3 на 3 каша, ну как каша, тут просто динамично все в 3 на 3. Красивых моментов тоже много можно создавать. Ну, пусть это скрип. Так, а мы выиграем, да? Давай, буст! Ой, блин! Так. Засмотрелся. Тебя отвлекает? Да, я в чат посмотрел. Блин. Ладно, нельзя проигрывать такую каточку. Вообще проигрывать нельзя. Хорошо сыграл, товарищ. Ну хотя, стандартно. Ой! Да ладно, блин. Ладно. Не знал, куда отъезжать мне. А там без вариантов было, значит. Простреливал уход. Я пока развернулся. Я так, это просто пенальти был чисто, я еще хорошо в угол попал. Я выпендривался. Че, теперь все заново. Отбивали. Блин, из-под носа все быстро забирали. Ё-моё, это ворота, что ли? Да, ворот. Хорош. А я не успел. Да, неплохо у нас так. Камбэкнули, пацаны. Угу. Не был бы в движении, успел бы. Такуми удобная для дриблинга тачка? Такуми? Нет, там не Warcraft там какая-то хрень. Прямо изи выигрывали эту игру и... Эх. Да, LSU дает раскрыться.
Я не вижу кофеина. Кофеин, я тебя не вижу. А, вот видел. Да, обидно, конечно. Где его смотреть? Да нигде не смотри, оставайся с нами. Нафиг он тебя нужен. Поезд пошел? Нет. Странно. Сейчас пошел. Теперь пошел. Что там еще веселого? Ну, эти полеты, да, там нет камеры на мяч. Я полетал. Да, полеты нет камеры на мяч, и они бесполезны. Потому что я полетал, мне нормально. Я их прохожу, в принципе, легко. Я тоже полетал с первого раза, там далеко дошел, просто стало скучно в какой-то момент. Там сразу в третью, четвертую надо идти и в третье кольцо на инверсии полетать. Где взять хорошие тренировки для стеночек? Где? Для стеночек? Угу. Каких стеночек? Ну, там удар от, ну, в смысле, волшота, волэриала. Не знаю. Вот тот же вопрос. Но я надеюсь, что скоро сделают открытую возможность где-то публиковать свои тренировки, искать по типу, по тегам, не знаю. А то получается глупо. Получается глупо. Тренировки, да, ты можешь выкладывать, но их никто не видит. Пока кот не узнает. Бред. Не, ну там в списке самые популярные. Слушайте, пацаны, а может мы голубую звезду апнем мне к концу сезона в тренировке? Можно, не знаю, Трэсхолда можно взять попробовать. Он там пасы раздает мне нормальные мимо. Кофеин тоже неплохо, кстати. Играет. Сейчас увидишь. Ну, вроде не. Вроде парень тоже умеет. Ненавижу эту карту всей душой. Ой, сорян. Ой-ой-ой-ой. Кофеин хорош. Блин, ты не представляешь, какое желание было сейчас тебя пнуть. Чтоб ты выбил. Или не выбил. Как получится. Блин, так обидно, но я таким. Такие миллиметражи у меня происходят. Упс. Сильно приземлился. Но вроде обошлось. Блин, кто попадал? Да, тяжело. О! Хороший цель. Твою мать! Еще и себе привез. Лол. Найс. Найс сыграно. Ой, здорово. Случается. Дайте клип в студию. Блин. Это моя ошибка. Я просто не успел подняться. Не, ну это серьезно моя ошибка. Нельзя такое оставлять. Я... Ну, кофеин еще за бустом хотя бы съездил, а я там без буста стою. Где мои разбивки? Кофеин с нами больше не пойдет. Ой. Бонич. Хорош. Ты ему помешал хотя бы? Блин, как неудачно я в эту стенку. Да, вот! Спишем все это на Токио. Мне, конечно, эта карта нравится, но... Ну да. Взял. Ладно, разбивка. Сейфовая. Козлина рванула. Да. А, не смогу продолжить. Пожалуйста.
Гребаный порожек. Да, обожаю порожки. Вот он, супер классный отскок. Нам надо как-то выйти. Я думал, что мы уже выходим в атаку. Да хорош, мужики. Да. Без буст можно жить. Мне вообще весь буст хватает. Это навес. Нет. Так, вдвоем катаемся. Да, полчейзим. Ну, кофейн-то без кайфа. Хотя, ладно, да. Это и так. О, хороший навес. И... Да... Больничек. Пытался тихо ударить. Понял. Ну, правильно, в принципе. Я предлагаю вот так. Что там в этой идет? Игре. Карта. Да, тяжело-то будет взять, конечно, старт. Есть определенные проблемы. Ну и команда не проблема в сыгранности, да. И что у нас в итоге? Против нас две звезды. Кофеин у нас... Ну, неплохо он играет. Мне кажется, что он просто не играет 3 на 3, может. Но... Скорее всего. А что там у Трэшхолда? Нам бы, конечно, 2 блюстара тогда в команду, чтобы... Не, у Трэшхолда что-то низкое, но... Тогда, помнится, с Элвисом... Неплохо они меня взяли, чтобы вас поймать на стриме. Угу. Очень хорошие пасы летели от него. Я не успевал подбирать много. С настройками OBS, друг, Google в помощь. Там столько уже всего написано. Про настройки OBS. На Good Game есть тема. Что ж ты. В 2K16 уже надо самому. Да? Вот и шоу уже видка. Зря выпрыгнул. Так, еще одна веселая арена. Не, ну тут надо просто сейчас попытаться выложиться. В прошлой игре мы, конечно, откровенно халтурили. На! Я. Вот, блин. В принципе, реально, ну, конечно, для меня это было бы высшим достижением закончить в Rising Star. Не, братан, не получится. Это ворота летит? Нет, отъезжайте. А не толпитесь. Пытаюсь. Я пытался. А. Неудача очередная. С кофеином вышло. Для кофеина нужно в скайп, да? Блин, я не успел на мяч. Это был. Как она не залетела? Что происходит? Просто без места попытался мяч поднять. И не промахнись. Вниз. Не промахнись у ее.
редирект. И кому-то нужно. Где ты? А, меня просто вытолкнули. О, они там немножко замедлились. Че, хафлик не сделал. Там третий на дефе уже появился. Ну они густы хорошо забирают. Да? Блин. Да! Вонять? Времени тоже немножко осталось. Ой. Так, я тут в углу у нас посижу немного. Я вообще в воротах без густа стою. Навесить. Парень просто подъехал, взял буст, ничего не сделал и поехал обратно. Противник. Ага. О, хороший. Так, ладно. Может кто вот так уехал? Пора. Приезжай, мемочек. Вон. А, вот этот кофеин, конечно, выгнал. Я бы мог продолжить, если бы. Мимо. Что тут надо бэкбордить? Хорош! Хорош. Фух, можешь музыку потише сделать, я слышно плохо. Да, сейчас постоим и сделаем. Я вроде она не очень права. Ах, махнули с ним оба мимо мяча на самом деле. Хороший клир, полетел в ворота, но... Я. Блин, нет, не я. Блин. Нет, нет! Мимо, но... Я перекину. А вот это опасно. Ты не должен решить! Да, охотненько. Чё-то я увидел тебя, что ты машешь мимо мяча и поехал за ним. Это было близко. Ну, на последних секундах разные варианты есть. Но без скайпа. Сложно без скайпа не сделать. Я один раз с консольщиком разыграл лучший вариант на за 6 секунд до конца, чтобы отыграться. Просто написал ему take the shot, когда сам стоял на разведке. И он вместо того, чтобы ехать за бустом, поехал за мной. Я оставил мяч на середине, и он забил. Угу. Ну это получается раз на миллион. Ну, почему? У меня... Не, ну раз на миллион адекватных консольщиков. Я бы сказал. Все, я тебе вроде бы в скайп кидал фрагмент. Ну не фрагмент, а
тайминг на видеозапись Твича, где мы с 1-4 отыгрались 7-4. Ага. Просто там 5, наверное, голов чисто заслуга разбивки грамотной. То есть разбивка на свою сторону, на человека, который едет через свой буст. Ну, то есть такое. Он подкидывает и летит, добивает. Блин. Может, надо, наверное, перезапустить. Поиск? Думаешь? Поиск, да. Это бывает глючит. Да, даже если не глючит, нам таких ребят может найти, если долго искать. Даже там же скилл рейндж меняется со временем, которым ищет. То есть если долго искать, может найти, может и на челленджеров там или каких-нибудь вторых кинуть, а может и на All-Star'ов. Ой, это ворот что? Простите, не заметил. Ну? Что, ничего необычного в этом начале, нет? Ну, а стандартная история. От этого игра только интереснее. И я опять еду запускаю. Как и кофеин. Хорошо, Кейн подстраховал. Ой, хорошо. Блин, дайте мне приземлиться хоть. Неплохо. Поскакал на бампере. Куда-то. Ребят, я возвращаюсь. Ой, хороший клир, не поймает. Найс. А, это они посунули. Ну ладно. Или где там кофеина задело. Непонятно. Ну, хороший пас напишем все равно. Я когда с компотами играл. Пацаны, конечно, у них своя тактика прикольная. Своя атмосфера. А, просто болчезят там, веселятся. Ну, мы как-то выигрывали, я под них чуть подстроиться смог. Ах, не успею! Вау! Так вот, меня зовут Забустон. А нет, видимо нет. Ладно, просто густо. Ну да, 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 конечно, да. Я тут поехал за бустом, буста не нашел, и нам влупили поворотом. Трэсхол пишет, вот немец, зараза, позвал меня играть за 5 минут до Бонича. Не кидать же его теперь. Не-не-не, немцев кидать нельзя. Ни в коем случае. Да ё-моё, да что ж такое-то, а? Харе повершотит в миллиметрах от меня, я не успеваю просто. Три таких забили за одну игру.
Ой-ой-ой. Ребок. Да чтоб его! Рили просто вот, но... Это залетит. Просто рили. Хорошо, что в этой игре очки ничего не решают. Да-да. Отличное замечание. А то у меня было бы на одну причину больше подгорать. Ничем вообще. Мимо. Ой, отличный ударчик, Ванич. Это мимо. О, есть шанс. Нет шанса. Шанс есть всегда. Не стоило мне по богатым бить, но... Подальше его туда. Пыхтят. Там, конечно, все равно в кристалле нашло. Блин, я и буст не взял. Этим не очень много мы летим на мяч. Да, блин. Вместе летим на мяч очень много. Угу. Есть такое. Кофеин, если есть скайп, говори скайп, потому что... на этом уровне. А, блин, ну вот свой же сейчас отобрал. Это да, надо подавать. Твич оживился. Да, все-таки Блюстар мне не видать сегодня. А кто ты там? Алена, Рока Тиранова или кто? Там три скайпа с таким именем. А, все, понял. Окей. А Паша наигрался, по-моему, сегодня. Ну, он сейчас вернулся вроде, но пока не играет. Это я Лвс отвечаю. Так, я кину инвайт в скайп. Ну, пока он Рута не чат не запустил, то, видимо, пока что еще. С ними всех принимаешь, да? Маруся? Так, ну все, теперь пободрее должно пойти. Пойдем, Най. Давай откину. Алло. Алло. Делай громче скайп, но хотя бы ты будешь слышать нас уже. Это уже большая
Большая удача. Ссылку на Steam. Сейчас некогда немножко. Ссылка. Бонивур на конце триер. Набирай. Как он? Там это... спрашивал, когда-то спрашивал, кидал ли я тебе этот код на сложную тренировку голкипера. Да, мне это не интересно сейчас. Но после я обновления я даже не собираюсь тебе кидать. Ё-моё. Не буду. My bad. Ладно, шутная, я промахнулся по мячу. Что у нас просто? Люто не идет. Давайте на уроку сам. Да не, надо ротироваться просто. Просто вы очень много летали за одним, ну, все летали за одним мячом под несколько человек. Надо, чтобы вот сейчас, например, хороший навес. Так, навесь пошел. Я на. Да ёлки-палки. Я. Посмотри, они прям потеют. Ни одного густа нет. Выше. Хорошо, так центранул, но своему. Кого из наших не было. Блин, ну это... Я еще и пораньше. Я уже понял, что я не в позиции, я поехал на ворот. Чуть пораньше надо на штанге поднимать. Так... Отлично. Сейчас голова просто закружится, мне еще и бомпанул кто-то. Сори. Я запаниковал. Да, блин, ну серьезно, пацаны. С высотой проблемы. Просто жесть какая-то творится.
Отличный пас. Но у нас не летит еще сегодня ничего. Я могу. Ну найс, вообще у меня буста не было. Классно. Надо тебе привыкнуть бузу собирать. Да я промахнулся, не понял. На центральный именно. Если разбиваешь. Да. Что вряд ли что? Ворота что ли? Хорошо, хорошо. Да. Бегай, ребят. Ладно, я думаю, надо распускать нашу Dream Team, а то мы сейчас наиграем тут себе. Ну, меня когда-нибудь понизит. Ну да, ты, во-первых, ты сейчас улетишь в... Да, это-то не самое страшное. Я всегда летаю. Да, уже, в принципе, не дают старые. Все равно, у меня же второй дивизион. Так, ладно, пацаны, я, наверное, пойду отдыхать. В принципе, сегодня задача партии выполнена. Да. Всем спасибо, все способны. Да. До новых и радостных встреч. На стриме Миша весь чатик грустит, что ты прям... Но я не собирался вечером в воскресенье играть колокольчик, Матис. У меня в воскресенье вечер был запланирован для другого, поэтому... Так, что в итоге? Мы снова взяли везде, где только могли, чалики. Единственное, что обидно с элиткой так получилось. А, вот в дуплетах нужно чалик взять, конечно. Но это будет уже, наверное, без стрима. Все, ребят, всем спасибо и подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайки, обязательно заходите в нашу группу ВК, там появляются все записи абсолютно, не только те, которые я заливаю на ГГ. Резик обещал завтра, Матис, хорош, подгорать. Спасибо, Савелий, давайте. Все, ребят, всем спасибо, Савелий, сейчас сброшу тебе на карточку. Пока, ребят.